Всем привет, друзья, с вами снова Терминатор, и вы снова на канале The Game Reviews. Сегодня мы узнаем, какие навыки и умения можно будет прокачивать, новости о тимкиллерах и интересное предложение о мобильном приложении. До сих пор слышны взрывы бомбежки в комментариях под предыдущим выпуском по поводу даты релиза. Оказывается, далеко не все поняли шутку, которая там была. Кто-то понял, а кто-то бомбил, что я невнимателен и не убавил громкость выстрелов, тем самым загородил свой голос. Кто-то просил повторить дату, так как они не расслышали. Кто-то понял шутку и обиделся при этом, что я решил поиздеваться над ними таким образом. Однако, как еще я мог ответить на вопрос, ответ на который даже сами разработчики не знают? Я лишь проживал слова, напоминающие дату, но на самом деле ничего не проговаривал, а потом просто зашумил все это выстрелами. А так как вы ждали ответ, то ваша фантазия уже сама додумала дату, которая якобы была озвучена. Но читая комменты, я долго смеялся, не думал, что такой простой прикол на пару секунд задаст такой бомбеж в комментариях. Интересно, что многие даже дату какую-то сами якобы услышали, учитывая, что я ее вообще не называл. Дату релиза не знает никто, включая самих разработчиков. И поэтому спрашивать у меня или еще у кого-либо об этом смысла не имеет. Поэтому нормальные люди, кто смотрел предыдущий выпуск, поняли шутку, посмеялись вместе со мной в комментариях. Димке спрашивает, влияет ли масса обвесов на общий вес оружия и саму стрельбу. Вообще, каждый предмет имеет свой точный вес, и соответственно установка чего-либо на оружие меняет общий вес оружия. Однако, доподлинно проверить, влияет ли это все на стрельбу, не представляется возможным, так как в этой игре отдача не фиксированная. То есть не как во многих других играх, где отдача имеет как бы один и тот же рисунок. Тут отдача рандомная, поэтому просто постреляв по мишени, не понять, влияет вес или нет, установив то или иное, скажем так, дополнение. Вадим Таймасов спросил, отрывает ли конечности при попадании гранаты, допустим, под ноги персонажа. Нет, конечности в игре остаются на своих местах. Но если граната попадет под ноги, то наличие или отсутствие конечностей уже будет неважным, поскольку персонаж уже будет мертв. Леонид Рева, не знаю, может быть, родственник Александра Ревы, видимо, невнимательно слушает или вообще не слушает мои ролики, так как спрашивает, можно ли взять ножовку по металлу и сделать из ружья обрез. Нет, можно только менять стволы и приклады, ну и прочие детали. То есть, если, допустим, в игре появится, к примеру, уже отпиленный ствол и приклад, то ты можешь их поставить. Сам ничего не можешь сделать с имеющимся, то есть ты не можешь из длинного ствола сделать короткий. Ножовки в игре тоже нет. Серксис пишет, что ему в официальной группе ВКонтакте ответили, что обдумают его предложение по поводу того, что можно было бы как-то выслеживать тимкиллеров и уничтожать их без вреда для своей кармы, или даже для ее повышения, ну либо каких-то наград. В общем, если и правда внимательно отнесутся к этому вопросу, то будет интересно, как они это осуществят. Кстати, лично я вижу очень простое и, мне кажется, довольно интересное решение. Вот мое предложение. Если вдруг кто-то из команды игры слушает меня, я предлагаю сделать некую доску объявлений, либо, например, задание у торговца, к примеру, убить Василия, он тимкиллер, ну как-то так. Награда такая-то. Ну помните, как на Диком Западе в фильмах, там, в вестернах разных было. Ну или что-то типа листовок, розыск, или прямо на локациях листовки, чтобы висели, допустим, где-нибудь там на столбах или еще где-нибудь с никами вот всяких там тимкиллеров или то, что за них награда назначена. В общем, я считаю, что если обыгрывать вообще как-то этот вопрос, то уж точно не вешать над головой персонажа какой-либо там значок, что он тимкиллер или еще как-то, а как-то вот наводками это делать. Более приближенно к реальности. Ну или лишать его, к примеру, нашивки. Если он из медведей, то убирать с его формы нашивку, вот эта лапа медвежачья. Чтобы все знали, что этот парень не чист. А дальше уже каждый пусть думает сам, что он там натворил. В общем, без всякой вот этой экстрасенсорики какой-либо, что вот у вас где-то в глазах показывает, что он тимкиллер, надо его завалить. Без вот этого только давайте. Или, к примеру, сделать что-то типа перечеркивания его нашивки. То есть, как будто бы баллончиком с краской ему эту нашивку зачеркнули. Знаете, как значок охотников за привидениями, где привидение перечеркнутое в кружочке. Вот что-нибудь типа того, нашивку там замалевали, зачеркнули. Чтобы сотрудники из его же ЧВК знали, что этот чувак какой-то нехороший парень, и что не зря ему замалевали, в общем-то, его нашивку. Владимир Григорьев спросил, будут ли эффекты бодрости, например, при питье кофе или чая в игре. Ну, на самом деле, ни того, ни другого сейчас в игре нет. Однако есть энергетический напиток, который повышает общую энергию персонажа и уровень жидкости в организме. Но на скорость бега это никак не влияет. Иван Певзнер интересуется, можно ли отключить показ информации справа внизу при проверке магазина. Ну, то есть количество патронов, чтобы не показывало цифрами.
В данный момент нельзя, но я, как и вы, искренне надеюсь, что если не уберут полностью, то хотя бы дадут возможность выбора каждому, чтобы можно было это отключить. Я бы, например, отключил. Гораздо интереснее посчитать патроны, например, по отверстию в магазине там, того же пистолета Макарова. И представьте, как было бы сложно узнать, сколько патронов в магазине автомата, там-то и отверстий никаких нет. А цифра все равно показывает. Мне кажется, что это как-то неправильно. Не знаю, как кому, в принципе. Ладно, в инвентаре показывает. Там, допустим, персонаж при зарядке, ну, при снаряжении магазина посчитал. Но когда прямо в полевых условиях, скажем так, достал магазин и получил экстрасенсорные данные о количестве патронов, не очень интересно. Я знаю, что сейчас многие напишут, что нам такой реализм не нужен, сложно там и так далее. Патроны даже не узнают там и все такое. Но я говорю, дали бы хотя бы возможность выбора. Я бы выбрал именно такой вариант. Геонайш спросил, какие навыки и умения вообще в игре можно будет прокачивать. Ну, умения и навыки делятся на три основные группы, помимо, конечно, общего уровня персонажа. А именно, физические, боевые и особые. К физическим относятся такие навыки, как выносливость. Думаю, тут чем больше бегаешь, тем больше будет прокачиваться данное умение. Жизнеспособность. Там, судя по ярлычку, будет некое повышение жизнеспособности, я так понимаю. Или, скажем так, противостоянию, возможно, в результате ранений и лечения этих ранений. То есть, если вас часто ранят, и вы умудряетесь это вылечить без смерти, скорее всего, то, наверное, это и будет повышать жизнеспособность вашего персонажа. Метаболизм. Ну, это, как я думаю, многие понимают, обмен веществ. То есть, скорее всего, он будет зависеть от того, что ешь, когда ешь, сколько и запиваешь ли все это водой. Полагаю, что чем выше будет этот навык, тем легче себя будет чувствовать персонаж. Ну, это мое предположение такое. Ведь, как известно, чем быстрее метаболизм у человека, тем он как бы худее вообще. А те, у кого он, допустим, неправильный, обычно толстеют. Далее сила. Пока не очень ясно, как будет прокачиваться сила. Возможно, она будет повышаться, если с собой постоянно носить большой вес снаряжения. Хотя, опять же, это лишь догадка, конечно. Здоровье. Скорее всего, это умение будет увеличиться, если персонаж будет меньше терять здоровье. Меньше придется лечиться, там, меньше будет ранен и так далее. В общем, чем дольше он находится в своем здравии, наверное, тем больше у него и навык здоровья. Следующее умение называется иммунитет. Ну, это, я думаю, тот самый навык, который будет развиваться при излечении от болезней, заражения, там, простуды и так далее. Боевые навыки – это общие навыки владения видами оружия, то есть не отдельные навыки по конкретным видам, а вот общие навыки владения винтовками, навык владения автоматами, навык владения пистолетами, ну и прочими видами вооружений. А также есть отдельный раздел «Владение оружием». Вот там как раз уже конкретно по моделям оружия навыки. То есть не просто пистолеты в целом, а именно, например, уровень владения пистолетом Макарова или автоматом Калашникова и так далее, думаю, понятно. Ну и группа особых умений. К ним относятся умения, непосредственно зависящие от стороны, за которую вы играете. То есть, если вы за медведей, то у вас развиваются там медвежьи штурмовые операции, АК-системы, грубая сила, авторитет, крупный калибр. Ну а у ИСеков, кроме навыка АР-систем, я, к сожалению, сейчас не могу по памяти сказать, что еще было, так как поменять персонажа и посмотреть сейчас не дают возможности такой. Но примерно принцип особых умений, думаю, понятен. У каждой ЧВК есть какие-то свои особые умения. Антон Скалин предложил вариант мобильного приложения для смартфона, чтобы можно было посмотреть, к примеру, здоровье персонажа, поторговаться, сделать пометки на карте локаций, посмотреть, кто из друзей игры есть ВКонтакте, ну или других соцсетях. Он попросил озвучить его предложение, и, может быть, разработчики сделают нечто подобное. Ну, лично мое мнение, что предложение весьма дельное, но с некоторыми поправками. Показать, кто из друзей есть ВКонтакте или в других соцсетях, вряд ли это возможно, так как это тогда потребует обязательную привязку аккаунта игры к аккаунту вашей соцсети. А насчет всего остального я соглашусь. Было бы прикольно, например, делать пометки на карте прямо со смартфона и передавать эту карту другу, чтобы он смог проверить те, допустим, места, которые вы отметили. Причем, чтобы эти пометки переносились также в аккаунт игры, чтобы при заходе в игру можно было видеть эти пометки там, на карте. А также, например, участвовать со смартфона в аукционах игры и покупать либо продавать оружие и прочие предметы, например, находясь где-то в дороге. А по приезду домой уже пользоваться тем, что купил, и не тратить на это время в самой игре, а чтобы уже зайти и поиграть. Что вы думаете на этот счет, напишите в комментариях. Если вы тоже за, как и я, то давайте толпой задолбим группу игры ВКонтакте, чтобы разработчики увидели и как-то прокомментировали данное предложение.
Ну а на сегодня все. Если вам видео понравилось, ставьте палец вверх. Если оно вам не понравилось, ставьте палец вниз. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, если вы хотите вместе со мной продолжать следить за развитием игры «Побег из Таркова». Всем спасибо за просмотр, с вами был Терминатор, всем пока.